И доброго вам всем времени суток, дорогие друзья! С вами будет Runner, мы продолжаем смотреть за играми на Star Ladder. Все те же про-серии, 17 сезон, игры команды Sanguine Sharks против Win Reborn. Начинается прямо сейчас. Напоминаю, противостояние проходит в рамках Best of 2 серии, или Best of 2, кому как больше нравится. И что ж, оно начинается, как я уже говорю, прямо сейчас. И учитывая, что это все про-серии, ребята должны показать свой максимум и прочее буа-буа. Я ожидаю чертовски интересные игры Outworld Devourer, Warlock и Виномансер в пике от команды Win Reborn. Много замедлений, достаточно много урона, при всем этом достаточно долго тикающего урона. Хороший, скажем так, намек на интересные тимфайты, скажем честно. И при всем этом необычные герои в виде Виномансера, появившиеся вот сейчас в этом самом пике. Уже любопытная, нестандартная дота, которую мы могли привыкнуть наблюдать. Плюс еще и Никс Ассасин от Win Reborn. Очень пока что все это смотрится нестандартно и очень интересно, что самое главное. А Sanguine Sharks также отвечает не самыми обычными пиками. Бэтрайдер не столь частый гость наших трансляций, плюс Сайленсер такой же редкий, скажем так, редкий персонаж, плюс Баунти Хантер не самый популярный в нынешней мете. Нестандартные пики, интересные пики. Определенно нужно как-то их отыграть, как-то исполнить, и я полагаю, ребята действительно подошли к этому вопросу не просто так, не от балды пикают или что-то в этом роде. Ребята будут отрабатывать какие-то стратегии, за счет чего еще интереснее будет посмотреть, что произойдет в этой игре. Четвертый пик. Sanguine Sharks. Я не могу сказать вам точно, что это за Silencer и что это за Бэтрайдер с Баунти Хантером, пока не увижу более целиково, скажем так, их пик. И за счет этого Win Reborn также будет сложно банить последнего героя. Антимаг немножечко приоткрывает завесу, скажем там, к тайны того, что за Silencer и Баунти Хантер здесь. Теперь я предполагаю, что Silencer у нас саппорт, плюс Баунти Хантер роумищит саппорт, в то время как Бэтрайдер, скорее всего, мид-лейн персонаж, или, возможно, все еще идет сложный. Но вариативность пика Sanguine Sharks зашкаливает. То есть Silencer может пойти в мид, Бэтрайдер может пойти с саппортом каким-то даже, хотя это не очень хорошая стратегия, но все равно может сработать. В потенциале Баунти Хантер может пойти пытаться стать сложным. Очень много вариантов. Единственное, что здесь остается неизменным, это антимаг. Поэтому Win Reborn делает достаточно простой бан, скажем так. Я бы сказал, бан, как бы так сказать, дефолтный бан. То есть инвокер, исключает которого просто из-за его общей опасности, скажем так, который может сыграть, инвокер может сыграть в любой почти ситуации. И за счет этого его решили забанить. Последний бан со стороны Sanguine Sharks. Им несколько проще решить, что нужно забанить у оппонентов. Это определенно должен быть фармящий в легкой линии герой. И оказывается, им как раз-таки Луна. При всем этом ребята также забанили Вайда, Сварка, всех этих героев, которые также могут, если что, фармить. Вайда забанили за, я полагаю, сигнатурность, скажем так, в работе с ОД, Варвуками, Виномансерами и прочими ребятами из команды Win Reborn. То есть за то, что он хорошо входил в пик. Сварка, потому что неприятный кор-герой может убивать. Драу Рейнджер и Огрмаг, дефолтные баны от Sanguine Sharks. В то время Win Reborn, они забанили, получается, Виспан и Свардара. Я думаю, это тоже дефолтные баны против Sanguine Sharks. Судя по всему, банит, во-первых, основную стратегию через Виспа какой-нибудь имевшийся у ребят из этой команды. А второго просто за общую неприятность пики. Снайпер и Лайфстиллер достаточно неприятные персонажи сами по себе. Снайпера забанили, возможно, потому что он хорошо отстаивает против ОД. А Лайфстиллера за комбинаторику с Бэтрайдером и, ну, без Сайленсера, просто с Бэтрайдером, судя по всему, инвокера. Я уже говорю, почему забанили. В целом, как-то так это все выглядит. Last пик со стороны Sanguine Sharks, и как же на самом деле мне непросто решить, что ребятам требуется взять сейчас. Очень вариативный пик, очень он, скажем так, нелегко читается, и поэтому я не понимаю, кого они сейчас возьмут, серьезно. Это Вивер, судя по всему, герой для сложной линии, Бэтрайдер, или, нет, Вивер даже может в мид пойти, если честно. Да. Запутали в край меня, если честно, Sanguine Sharks со своими пиками. И очень сложно понять, кто куда пойдет. Silencer, я полагаю, все-таки действительно саппорт. Баунти Хантер роумящий саппорт. Бэтрайдер либо мид, либо сложная линия. Они с Вивером, соответственно, взаимоподменяют друг друга. Антимаг фармит в легкой. Теперь Win Reborn нужно делать свой пик. Им нужен герой, фармящий в легкой линии, неплохо работающий варвуком Виномансером, при всем этом имеющий шансы убивать антимага либо в более поздней стадии игры, либо спушить его до того момента, как антимаг станет опаснее, скажем так. И вариантов-то не так много.
не так уж и много остается, если честно. Я в очередной раз хочу вспомнить Гирокоптера за счет того, что он может пытаться спушить антимага и просто показать хорошие тимфайты вместе с командой Винриборн. Ну, там просто будет очень много АУЕ, замедления, станы, все это очень неплохо работает. Или Фантом Ассасин, ну, в принципе, тоже достаточно агрессивный герой. Ну, не могу сказать, что она прямо является убийцей антимага в лейте, но в целом при некоторых условиях, скажем так, некоторых там артефактах, фарме, отсутствии фарма у антимага, она, конечно же, его будет убивать. Но подобно, на самом деле, работает с почти каждым героем в игре. Почти каждым. То есть, там можно было условно взять вместо фантомки Гирокоптера, если он перефармит, если загангает антимага, он, конечно, его будет, если не убивать, то прогонять. Ну, правда, у кого-то, конечно, будет проще, у кого-то легче, но я про то, что... В целом, то, что я вам сейчас рассказал, это дефолтная, скажем так, ситуация в игре. И давайте рассмотрим, наверное, пики от каждой из команд. Кому что и поинтереснее смотрится, если честно. То есть, чей пик смотрится лучше, чем у оппонента. Винриборн очень сильно ориентированы на тимфайт. У них есть ОД с ультимативной, АОЕ, если что, выжигает ману, наносит немало урона. У них есть еще и... У них есть еще, помимо этого всего, фатал банды у Варвака, ультимативная у Виномансера, наносящая еще больше урона, если будет в кастованной фатал банды. При всем этом соло-таргеты в лице Сникса Ассасина и Геля, например, от Веника, Астралы от ОД. Угу. Фантомка тоже очень хорошо отрабатывает по соло-таргету, учитывая у нее стифлинг даггер блинк или фантом страйк. Да, неплохие заделы на АОЕ, неплохие заделы на тимфайт, получается, неплохие заделы на соло-таргет. В принципе, имеется все, что нужно. Также достаточно много магического урона. Гель наносит магический, у Никса тоже достаточно много магического урона. Варвок также наносит магический урон. Чистый урон у ОД плюс магический урон от Астрала. Физика у Фантомки. Да, достаточно сбалансированно все это смотрится, но по количеству станов определенно, конечно же, у WinR есть некоторые проблемы. То есть из станов пока что только Impale у них с Ассасина. Может спрятать ОД, но станом я это не совсем считаю. Замедление Фантомки это такое себе. Замедление Варука Upheaval, ну, не стан, это замедление. То же самое можно сказать про гель от Виномансера. И значит, в итоге у них остается из станов только один подкоп Никс Ассасина. Не столь много контроля в то же время. У ОД Астрал, ну, как я говорил, не считаем. Ну да ладно. Теперь переходим к команде Sharks. Что у них имеется? У них есть антимаг с достаточно большим количеством физического урона в поздней игре. В начале он, если что, может только мановоидом как-то пытаться вдамажить. Но дать его хорошо не столь просто, если предварительно не выжить маны. У Сайленсера магического урона достаточно много. Аркейн Курсы, Last Word, все это тоже в целом неплохо. Причем одно АУЕ, другое целевой скилл. Вивер магия, магический урон носит Шикучи, но остальное все это физика. И, наверное, за счет этого... Так, что у нас получается? Тоже очень много физики. Баунти Хантер только тост магический, остальное все физика, но он обычно тостом и дамажит, если что. Бэтрайдер с обилием магического урона через Firefly и Напалмы, если что. Ну, значит, наверное, да. Определенно, если говорить вот после подобных манипуляций, пик у команды WinR несколько более вариативный, несколько более сбалансированный и, что самое главное, ориентированный на тимфайт. Вследствие чего я, наверное, скажу следующее, что команда Sharks пикнула не то чтобы хуже своего оппонента, но не столь сбалансированно, это уж точно. За счет чего, наверное, да, стадию пикабанов я уже буду отдавать победителю, скажем так, WinR. Они смотрятся определенно наинтереснее на старте именно вот игры. Как набор там героев и прочее. Ну что ж, и пока у нас начинается экшон, интересный вардец тут тыкает Баунти Хантер, наверное, или быть может, нет, Вивера нету слота. Скорее всего, да, Баунти Хантер сделал этот самый вард. Блокирует спаун, при всем этом еще и дает недостаточно интересный вижен, но вард достаточно очевидный, если что, саппорт его достаточно быстро обнаружит. Также на карте имеются ли другие варды? Нет, антимаг ничего не нашел. Может быть, дварды случились? Нет, дварды не было. Все по нулям. Ну да, пока что единственный... А, нет, вот, вижу. Есть еще вардец от WinR, не блокирующий, но дающий неплохой вижен, и его будет намного сложнее за счет этого дела обнаружить. Он ничего не блокирует, но вижен дает.
И на этом все, пожалуй. Давайте-ка перейдем к составу команд. Итак, состав команды WinAir. Поехали. На Виномансере будет играть Boys Will Never Have Class. Visitor управляет Варуком. Outward Devourer играет парень, у которого в никнейме три нижних... Дефис, по-моему. Вамбер управляет Никс Ассасином, парень со смайликом. Вместо никнейма будет отыгрывать на Фантом Ассасин. Тем временем, состав команды Sharks. Поехали. Open Like Child's Mind управляет Сайленсером. На Бэтрайдере играет Someone Strike. На антимаге будет играть Джиянг. Селери взял под свой контроль Баунти Хантера и For Glory отыгрывает на Вивере. И что ж, у Вивера не самая, на самом деле, легкая линия. Придется ему противостоять Варуку, при том, что ему еще будет мешать, если что, Фантомка с возможностью кинуть кинжальчик в спину. У Вивера определенно будут проблемы на этом лайнапе. При всем этом также посмотрите, как часто по нему наспамливает Shadow Ward, а последний наносит, кстати, не так-то и мало урона. Наверное, учитывая обстоятельства и то, что Вивер пришел сюда фармить против Фантомки, наверное, стоило приобрести какой-нибудь стики какие-нибудь, чтобы, если что, регениться и прочее. Ну, немножечко, мне кажется, такой закуп начальный смотрелся поинтереснее. Ну да ладно, переходим к мидл линии, где, соответственно, в противостоянии встретились ОД плюс Бэтрайдер. Сложно сказать, кто выйдет победителем, потому что ОД в случае чего может себя спрятать, но с другой стороны, и будучи спрятанным в астрал, он может себя сильно подставить, если Бэтрайдер там налетит с Firefly и будет готов убивать своего оппонента. Так что вариации, скажем так, есть у обоих героев на победу в этой линии, я имею в виду в том плане, что убить. Ну а по перефарму и удобности фарма, как раз таки скорее у ОД есть некоторый плюс. Все-таки Астрал носит достаточно много урона, и если им грамотно пользоваться, то вполне вероятно, что как раз таки ОД и победит. Но вот посмотрим, насколько грамотно он будет его использовать. Посмотрим. Переходим к верхней линии. Сложной для игроков из команды WinAir и легкой для игроков из команды Sharks. Тут пытается Никс Ассасин пофармить, ему мешает антимаг. При всем этом еще и Сайленсер накидывает всякие аркейн курсы не в отдалении. А в отдалении-то, кстати, а где тут бегает Баунти Хантер? Баунти Хантер только что ушел на нижнюю руну. Но все равно, в любом случае, Никс Ассасину будет здесь очень даже непросто. Гонять его может, как и антимаг сам по себе через маноберн. У него достаточно приятные статы, немало урона, это тоже немаловажный фактор. А если он будет слишком сильно рисковать, скажем так, Никс, то может просто подойти Сайленсер, а дальше уже не отпустить, кстати, большие проблемы. Никс использует Карпаси, может быть, его сейчас получится убить. Да, наверное, может и случится сейчас First Blood. Да, тикает, должен урон. Нет, все-таки успел. Он использует савочку, и это за счет этого выживает. В это время все-таки погибает, все-таки от руки Сайленсера таркует очень серьезно с собой антимаг, чтобы дать возможность уйти, если что, своему тиммейту. И что, First Blood? Для игроков из команды Sharks очень хорошее исполнение от Сайленсера и антимага. Было приятно наблюдать, как один ради тиммейта позволяет носить по себе достаточно много урона Тавру. И в целом-то антимаг ушел, по-моему, как раз-таки и следующая тычка становилась для него смертельной. Но он понимал, что если что, может при помощи блинка от нее увернуться. Вследствие чего еще дополнительный плюсик к самому антимагу. Сыграно было очень круто. Разыграно, как говорится, как по нотам. Приятный такой момент получился. Сам же Сайленсер, получав достаточно много урона, закупившись предварительно, днается об нейтральных крипов. Кстати, у антимага-то могут быть проблемы. Нет, ну не должен его добивать здесь Никс Ассасин, за счет чего, конечно же, антимаг, скорее всего, сможет дальше продолжать стоять на линии. Также он приносит савочку этому самому антимагу, последний прячется в лесах, регенерируя, и, конечно же, сможет продолжить свой фарм, не останавливаясь. Крипстат у него второй на карте, всего лишь один крип отделяет его от текущего лидера. Фантом Ассасин в легкой линии для WinRare, или просто на нижней линии, кому как больше нравится. Кстати, на этой линии Вивер очень сильно натерпелся. Действительно, у него появились Magic Sticky, и он решил вернуться на базу. Хитпоинтов у него не так много. Решение, я полагаю, верное в текущей ситуации, но да ладно. Кстати, тут Баунти Хантер тем временем третьего уровня приближается к мидл линии, может попытаться выйти в сторону ОД. Есть тут достаточно неочевидный вижен в... Точнее, не обсервер вард, а просто сентри вард. Кстати, находит Баунти Хантер тем временем фармящего в лесах Виномансера. Это, кстати, стоило осветить, потому что Виномансер, который фармит в лесах, во-первых, необычно, а во-вторых, может оказаться серьезным фактором в игре для игроков команды Sharks. Вывозит для себя дополнительную голду, там будут и какие-то неучтенные артефакты, кто знает. Кстати, в мидл линии действительно от руки Бэтрайдера погибает тем временем Outward Devourer, или же ОД.
Не ожидал я, если честно, что он может погибнуть здесь, хотя, с другой стороны, предполагал, что в целом есть вариации, в которых он погибает. Но вот как-то в одиночку ОД, наверное, все же не должен был умирать. У него слишком много факторов за его выживание, скажем так. Он, если не тратит астрал, то он может спрятать себя перед тем моментом, как на него, ну, скажем так, накинут дополнительный стиль напалм. Если не ошибаюсь, эффект висит не столь долго, и, может быть, пока он в астрале, он успеет скинуться. Да, длительность 8 секунд, кулдаун 3 секунды. То есть ты ждешь, когда у тебя остается, например, меньше 4 секунд, именно столько длится астрал, прячешь себя в астрал, и когда ты выходишь из астрала, у тебя уже скинутый напалм. В итоге ты не можешь погибнуть чисто физически, ну, потому что урона дополнительного у Бетрайдера не будет. У него всего лишь первого уровня Firefly, первого уровня Flamebreak, они не дамажат без напалма, и в этом особая разница-то. Но, как видите, по всей видимости, у Бетрайдера получилось поймать момент, когда ОД не остался без астрала, и за счет этого он погиб. На нижней линии убивает Bounty Hunter Phantom Assassin. Надо думать, при поддержке Вивера последний получил достаточно много урона и под... Ой-ой-ой, да-да, тикает все-таки урон с Shadow Ward и с Fatal Band'ов, и Варвар сделает этот важный фраг. Ну что я могу сказать? 1-4, тем временем счет. Винна-Эр открывает, скажем так, свою копилку убийств. Но при всем этом теряет еще и в мидовой линии в очередной раз от Бэтрайдера Outward Devourer. Вот честное слово, я не представляю, а как он опять погиб? Вот давайте-ка посмотрим. Так, это Фантом Ассасин. По всей видимости, учитывается ее смерть. Или все-таки Фантомка еще пыталась... Да, судя по всему, Фантомка пыталась помочь как-то ОД, но у ОД нету списка скиллов, использованного Астрала. То есть в итоге он, может быть, его где-то потратил, после чего подставился. Необычно как-то получилось. Не ожидал подобного, если честно. Потому что не уверен, что, как уже говорил, что должен помирать ОД. В принципе, для него... Линия это не то чтобы халявная, но помирать он на ней точно не должен. И почему так, я тоже вам объяснил. Астрал. Очень простой скилл. Если он его не тратит, он все время живет. В мидл-линии еще также погибает от руки Бэтрайдера Фантом Ассасин. Опять же, он просто настакал стикли напалм и подлетел к ней вплотную. Ее убить несколько проще, хотя у нее, конечно, имеется Фантом Страйк, в случае чего он может заэскейпить. Но необычно, опять же, почему погибают игроки из команды Sharks? Ой, игроки из команды Винер. И почему они умирают от руки Бэтрайдера? Очень, если честно, мне обидно, что я не посмотрел и не показал вам, как они погибают, потому что я уверен, очень интересно, кстати, антимаг убивает сейчас Никсасина, просто взрывая его при помощи ультимейта, и даже невзирая на помощь Виномансере, который сюда подошел, не получается помочь отстоять хорошо эту линию Никсасасину. Да, для него не все столь плачевно, да, у него есть некоторое количество крипов, он при всем этом получает уровень, но также погиб уже трижды. Это дурная, знаете ли, тенденция. В это время не в пример лучше, конечно, Виверу в его сложной линии. К нему сюда пришел Outward Devourer. В кустах также находится Варрок, если что, готовый помешать своему оппоненту. Но при всем этом Вивер чувствует себя замечательно. Его не получится прогнать, в этом его основной плюс. Он очень, во-первых, легко эскейпит. У него есть Magic Sticky, у него будет скоро ультимейт. И в целом это очень веселый фактор, скажем так. А Бетрайдер, кстати, продолжает набирать убийства, он убивает еще и Виномансера, в этот раз по ТР-2 тавром, прошу заметить. И думаю, убийство случилось таким же образом. Где-то здесь включил Firefire, думаю, тут он встретил где-то Виномансера, последний попытался отступить, но под напалмом сделать это не так-то просто, особенно когда у Бетрайдера скорость передвижения почти 4 сотки. В то время как у тебя, скорее всего, нет, ботинок имеется, но даже с ботинком Виномансер всего 3300, точнее 330 имеет, а этого категорически недостаточно. Ну и пока игра выглядит как не то чтобы легкая для Sharks, это будет не совсем верно, но начало определенно за ними, и это, знаете ли, может сильно зарешать в текущей игре, потому что антимаг, он достаточно неплохо сноуболится, а Вин-Эр как раз-таки, мне кажется, на сноубол и хорошие тимфайты должны рассчитывать. У них недостаточно агрессивный пик, скажем так, на более поздней стадии. Да, есть, конечно, всякие тяжеловесы вроде ОД и плюс Фантомка, кстати, погибает на верхней линии в очередной раз Никс Ассасин. Позволю себе заметить, что это на 9-й минуте матча, это 4-я его смерть, умирает он очень часто. И, если честно, сложно сказать, почему он так часто умирает. То есть, возможно, имеет место быть ошибки его, но, возможно... Нет, скорее всего, мне кажется, просто ошибается. Просто я подумал над другими вариантами, вроде, знаете, вынуждения к ошибке или вынужденного фарма. То есть, когда ты...
идешь фармить, и закономерно понимаешь, что тебя если подцепят, ты умрешь, но в то же время погибаешь. Мне кажется, Никс Ассасин мог бы и передумать. Тут, кстати, Никс Ассасин может также погибнуть еще раз внизу. Это уже пятая смерть его, между прочим, за 10 минут. И при всем этом еще четвертый фраг для Сайленсера. Последний за эти 10 минут набрал уже 12 интеллекта. Для него это очень крутой старт. Также Баунти Хантер с шестым уровнем. Наверное, только что он его взял. То есть до этого трек-киллов не было ни одного. Но в любом случае счет 1-11 в пользу для команды Sharks. Графики показывают невероятное преимущество. На данный момент почти 4000, если не ошибаюсь. И Experience показывает чуть больше 4000. И при этом всем антимаг еще и фармит. У антимага все очень круто. Он не умирал, он убивал. Он при всем этом имеет первый крипстат на карте. И ближе всему к нему находится только фантомка. Последнюю, кстати, подцепить могут сейчас. Очень крутая комбинация Бэтрайдера плюс Баунти Хантер. Очень быстро передвигаются. Станчики, микростанчики. Все это очень круто работает. Еще один фраг, еще минус фантомка. И что самое главное, дополнительная голда. Что Баунти Хантеру, саппорту, что, конечно же, Бэтрайдеру. Последний, думаю, в скором времени еще что-нибудь интересное приобретет. Уже он с блинк-даггером, уже у него скорость передвижения достаточно, а сейчас он инициировать еще сможет еще круче. И что ж, будет ли у нас какая-нибудь дополнительная инициация наверху, будут ли пытаться здесь как-то подраться хорошо для себя игроки из команды Sharks. Антимаг здесь достаточно сильно битый, но при всем этом да, залетает все-таки Бэтрайдер, начинается атака на Никс Ассасина. Никс Ассасин использует Карпаси, чтобы выжить, но его все-таки начинает выжигать сразу же. Пытается он задонатиться об крипов, но ему этого не позволяет сделать. Викид Сикстрик для Бэтрайдера. Сайленсер сильно подставлялся, но в любом случае жить он точно будет. И что ж, 1-13 счет, еще один приятнейший фраг. Был бы намного лучше, если бы там, конечно, был бы какой-нибудь Баунти Хантер с его ультимейтом, накинуть стрек, помочь, если что, сделать фраг, получить лишнюю голду, но вот как-то не получилось, судя по всему. Не то, что не получилось, располагался в другом месте, скажем так, Баунти Хантер. Может быть, готовился к тому, чтобы агрессировать дальше, если кто-то сюда пойдет на подсейф или подзадержать этого персонажа каким-то образом, там, например, тосиком, ультимейт кинуть, просто побегать перед ним, чтобы последний сменил таргет. Подобное может тоже сработать, в принципе. Ну и что ж, попытка зайти на мидл-линию со стороны игроков из команды Шарского. Хорошо, инициация пошла-то на Баунти Хантера. Думаю, он отвалится отсюда без вопросов. Поставили очень хороший сентри вард. При всем этом еще и также на позиции имеется Вивер. Последний получает себе Астрал. Остается без маны, но при всем этом с 13 стиками. Ой-ой-ой, еще Никс Ассасин карпассирует. Но пошел сюда Бэтрайдер. Бэтрайдер неплохо-то залетает с банкой. Получает Астрал от ОД. Очень много могут быть сейчас проблем. Никс Ассасин, кстати, почти погиб. 60 хитпоинтов на ОД. Ой-ой-ой, как же тебя сейчас разорвали просто этого самого Бэтрайдера. На выходе из Астрала у него не было шансов уйти. После достаточно хорошего таймингового подкопа от Никс Ассасина все ребята исполнили крайне качественно. Ну и да, молодцы, молодцы, молодцы. 3-13 счет, 2 фрага, считайте, безответных. 1500 голды для себя, минус 500 голды у оппонентов. Все это достаточно круто, приятно, но есть один простой фактор. Вот этот антимаг и минус тир 1 тавр на верхней линии. Антимаг фармит, у него появится Battle Fury, думаю, минутик 15 однозначно, после чего он фармить начнет еще быстрее. И да, вы убили еще раз мидл линии Вивера, да, вы забрали тир 1 тавр на этой же самой линии, но при всем этом шансы на победу, они, конечно, есть. Ой-ой, Бэтрайдер неплохо залетел с ультимейтом, начинает он мучить достаточно сильно ОД, последний использует Астрал, чтобы спастись, прожимает телепортацию отсюда, и в него пошла также инициация про Баунти Хантера от Фантом Ассасин, за счет чего получается спастись. Ой-ой, Бэтрайдер-то пошел, Бэтрайдер-то может кого-то и подцепить, это кто-то может оказаться Фантомка. Фантомка получает достаточно много урона, также антимаг в это время пытается убить и убивает Виномансера. В итоге минус, соответственно, ой, Баунти Хантер-то погиб от руки Никс Ассасина, но при всем этом успели убить Фантом Ассасин. Причем сделали это руками все того же Бэтрайдера. Бэтрайдер чувствует себя слишком круто в этой игре, если честно. У него все очень хорошо, имеется достаточно много голды. По нетворсу вторая позиция, первая удерживается антимагом. И все выглядит как очень легкая игра для Sharks. Сейчас дайте еще минут 10 антимагу с Battle Fury на 14-й минуте, ну ладно, на 15-й начавшейся минуте матча. И все у него будет очень круто. Сайлентер прожимает глобал. Этот глобал, я так понимаю, он использовал, чтобы кого-то загангать или где-то не погибнуть, или кого-то подсейвить. Я, если честно, не очень хорошо увидел эту ситуацию на карте. Но вроде бы ничего не случилось. Кстати, Баунти Хантера нашли. Баунти Хантера начинает откидываться треками, понимает, что он будет слишком сильно замедлен за счет эффекта от дастов. Ну и все. На этом ганг, по всей видимости, завершился от двух саппортов Win Air.
Ну и Bounty Hunter здесь, кстати, может еще и вардец подрезать, если подумать, что соперники его ткнули, потому что сентрики у него имеется. Ну и что ж, потихонечку начинает падать еще и тир один тавер на нижней линии от действий Вивера. Последний, кстати, с Блайдстоуном и Персеверансом, но это, конечно же, Линкенсфера. Линкенсфера здесь неплохо сработает, но что самое главное, Блайдстоун. За счет чего он может неплохо сплитпушить, все-таки эффект его накидывается на тавр, и тут скажут, что минус 2 армора это не столь критично. Нет, ребят, это, конечно, не столь критично, но при всем этом свою лепту вносит. Теперь один тавр пау, и это уже неплохо, не думаю, что Вивер на этом остановится. Правда, в это время Шаркс убивает Битрайдера в очередной раз, это фраг для ОД, а такие вот убийства, они немаловажные. И сюда, кстати, приходит Вивер, плюс еще и пошла погоня за Сайленсером, Сайленсер отсюда вряд ли уйдет, пошел тос, неплохой, кстати, от Баунти Хантера, очень много урона на нанес, хоть и Вивер пытается убить Никс Ассасина. Никс Ассасина это можно и попытаться развалить, но он прожимает Карпаси, за счет чего и живет. А вторая тычка что не зашла, и не успевает что ли долететь ТОС? Да, по всем не успевает, за счет чего выживает Никс Ассасин. Какая игра со стороны игроков команды WinR, но тут приходит антимаг, лопает Варвака за секунду. И что, будет ли дальше какая-нибудь попытка убийства ОД? ОД с форстафом, ОД будет не так-то просто подцепить. Рядом имеется Вивер, последний, правда, гонится за Виномансером. Виномансер прожимает тэп-аут, телепортируется, он будет, между прочим, 3 секунды. Герминейт атаки в кулдауне потребуется чуть больше 4 секунд, значит, двух тычек не будет. А при всем этом минус армора, ну, не так уж и много по венику. Я сомневаюсь, что он может здесь погибнуть, разве что шикучами как-то продамажит Вивер. Это определенно ему необходимо, после чего даст тысячку. Возможно, имеет смысл даже специально накинуть The Swarm. Последнему остается быть в кулдауне чуть меньше секунды, я полагаю. А вот у ОД, ну, у ОД, кстати, есть шансы на эскейп. Все-таки Астрал не в кулдауне, при всем этом имеется телепорт, форстав. Нету стана у антимага, микростана от Мана Войда, за счет чего, конечно, если последний спрячет в Астрал какого-нибудь Баунти Хантера или антимага, должен вроде бы отсюда легко уходить. В этом и является основной момент, скажем так. 20 секунд до кулдауна еще, до аркан, точнее, у Баунти Хантера. И ну, не получится, не получится. Однозначно не получится убить ОД. Если, конечно, последний не решит по непонятной для меня причине как-то подраться там и потерять слишком много хитпоинтов, так, чтобы не хватало, если он просто нажмет телепортацию. Мне кажется, если прямо сейчас он нажмет пару раз на тп-аут, то он уже уйдет. И поймать его не получится. Однозначно. Ну, глянем, посмотрим. Так ли это или нет. Пауза задерживается по неизвестной пока что причине. Ну, в принципе, дисконнектнулся Битрайдер, я думаю, это и есть основная причина, но почему он дисконнектнулся, хотелось бы, конечно, знать. И, ну, конечно, хотелось бы также надеяться на то, что подобное нас не постигнет в дальнейшем. Кто знает? Кто знает? Так, и что ж тут будет дальше? Кстати, у Сайленсера, между прочим, хотелось бы отметить, имеется Hand of Midas. Не уверен, что он его хоть раз заюзал, этот самый Hand of Midas, то есть использовал его на каком-нибудь из крипов. Но если использовал, то, конечно, замечательно. Если нет, то все равно выбор очень крутой. Потому что с антимагом ребята сейчас из команды Sharks вряд ли смогут куда-то идти и постоянно всех убивать. То есть бои для них не являются лучшей идеей, лучше всего сплит-пушить и затягивать игру в более позднюю стадию. А если затягивать игру в более позднюю стадию, то Мидас, во-первых, конечно же, окупится, а во-вторых, он очень круто сыграет таким образом. И, ну, этот выбор я поддерживаю, ребят. Определенно Мидас здесь стоящее приобретение. Потому что если не получится затерпеть, то вряд ли из-за Мидаса, скорее всего, из-за того, что у антимага как-то не получится подфармить и выйти дальше в какие-то дополнительные сваты, какие-то дополнительные артефакты. А вот если говорить про что-то другое, например, там у Никс Ассасина, что там у него. У Никс Ассасина, кстати, ничего пока что интересного не намечается. Я думаю, Никс нам может еще что-нибудь покажет. У Виномансера все по дефолту. Дефолтная такая вот раскачка, то есть он... Айрон Талончик это не дефолт, конечно, спора нет, но при всем этом Айрон Талончик он взял, чтобы пойти фармить в лес и делать это поактивнее. В целом, он, я думаю, окупился этот артефакт. Аквила на подпушивание тоже в целом обычная ситуация. Мег, которую выфармливает себе Виномансер, также не является чем-то нестандартным. За счет чего Виномансер нас не удивляет, и все это очень любопытно. Форстав первым артефактом у Варвака, вот что вырисовывается из общей меты. Ну, точнее, не вырисовывается, а
выделяется из общей метры, потому что принято нынче, насколько я понял, фармить Варлоку Мидас, после чего идти в какие-то более серьезные артефакты. Либо что-то собирать на команду, под, в принципе, форстав под это самое описание подходит. Там либо какие-то ауры, либо какие-нибудь гонимы, рефрешеры, ну что-нибудь такое, что поможет в целом команде подраться хорошо. Ну и это нестандартно. Фантомка через Владимир не поддерживает решение совершенно по одной простой причине. Фантомке не хватает урона на старте. То есть у нее есть сотня единиц урона, но с критами это не так уж и много. Кинжальчик также, позволю себе заметить, наносит урон, во-первых, базовый, плюс дополнительный от ее основной атаки. Вследствие чего, конечно же, я бы предпочел увидеть здесь что-нибудь более интересное. И вообще, я считаю приемлемыми два билда на Phantom Assassin. Первый через Vanguard, то есть она собирает Vanguard, она плотная, она прыгает, инициирует файт и не умирает в течение этого файта. Или умирает, но впитывает в себя какое-то невероятное количество урона, скиллов, там всего, что только перечислите. Всего, что нужно, и, соответственно, файт начинается хорошо для тиммейтов, если последний поддерживает тебя в твоем начинании. Либо ты собираешься в урон, то есть собираешь дизолятор. Последний вариант мне нравится наиболее, если честно, потому что дизолятор на Phantom Assassin, во-первых, он имеет очень интересную статистику на дота бафе. Если дизолятор на Phantom Assassin собирается первым артефактом, ребят, там винрейт что-то в районе 65-64% нужно смотреть сейчас у этого самого артефакта. То есть он очень хорошо выигрывает, ребят. Для первых артефактов, поверьте, это хорошие цифры. А то, может быть, даже и все 70. Это я не знаю, может, какие-то изменения пошли после того, как я последний раз это все делал мониторил, но да ладно. И дизолятор бы здесь определенно смотрелся интереснее. Но Владимир это не то, не сё. То есть Владимир не дает ей живучести, он дает ей возможность, например, где-то там подфармливать и в лесах, например, или на линии подпушивать, торговать там как бы своими хитпоинтами, но при всем этом не особо много терять в них, потому что есть регенерация, есть лайфстил. Но если брать именно разбирать момент относительно того, как он работает, ну, Никсу Владимир ничего толкового не дает. Ну, аура армора, ладно, и немножко восстановления брони, все, больше ничего. С руки он не бьет, хилиться не будет. ОД приятно, конечно, иметь там дополнительные 15 единиц урона из 108, но, будем честны, это не столь много. И в целом, если бы просто был дизолятор минус армор, то он бы вносил бы столько же плюс урона, потому что просто не было бы какого-то количества армора у противников. Ну, такой вот расчет. Виномансеру тоже как бы не сказать, что это сильно помогает, потому что, ну, да, у него там есть там тоже аура на армор от Аквилы, но при всем этом он не бьет с руки, хилиться не будет и прочее, прочее. Соответственно, артефакт этот нужен только одному персонажу, это Фантом Ассасин. При том, что, в принципе, его собрать может, например, тот же самый Виномансер, и не особо-то сильно потеряет, скажем так, от этого. Потому что он и сам будет получать, и что самое главное, это будет аура. В итоге у нас есть, сколько получается, 2300 голды, по-моему, стоит Владимир. Да, ну, почти 2300 голды, которые имеет этот самый Владимир, стоит. Потраченные на сколько получается? Плюс немного урона самой Фантом Ассасин, плюс вампиризм и аура брони. И все. Да, кстати, погибает тем временем действительно Outward Devourer Weaver. Ой, ребят, простите, пожалуйста, это явно было что-то необычное и очень интересное, потому что выживает из того и положения Виномансер, при всем этом Вивер еще и погиб, хотя мне казалось, погибать он здесь не должен, он должен убивать, но судя по всему, как-то ошибся, форстафнул себя обратно, скажем так, к противникам ОД и просто развалил оппонента. Или, да нет, наверное, все было даже проще, он просто дал антиэклипс, за счет чего и развалил Вивера без интеллекта. Простите меня, пожалуйста, ребят, это не самый лучший момент, все же со своими этими расчетами я немножко отвлекся от основного матча, скажем так, и в этом, конечно же, я виноват. Ну и ладно, что ж, игра начинается, 8-16 счет, все очень даже неплохо для игроков из команды Sharks, но при всем этом начинают проявляться определенные проблемы. Тимфайт и предрасположенность к нему у команды WinR оказывают определенное влияние на эту карту, то есть ребятам действительно очень непросто хорошо подраться, когда оппоненты прут всей своей командой. Антимагу, поэтому нужно сплитпушить, он этим достаточно грамотно занимается, и вот сейчас по нему пошла перепинговка, но он уже здесь неплохо подпушил. При всем этом, прошу заметить, что у него последний уровень блинка, поймать его не так-то просто, вот сейчас он просто блинканулся, ушел, и все, он теперь уже фармит в своих лесах на верхней линии. Сюда уже перетянулся ОД, потратил не в пример больше времени, потому что у ОД есть только форстав для быстрого передвижения. В то время как антимаг будет фармить, он, да, будет двигаться с линии на линию, пытаясь ее отпушить.
Что там, кстати, у Сайленсера? Сайленсер Hand of Midas имеет, потихонечку варды покупает, травинг вилы, все очень круто, кстати, фантомка, инициация пошла-то по Сайленсеру, Сайленсер-то может здесь и погибнуть, но фантом Ассасин также пошел замес, пытается также подцепить Никса Ассасина, последний при помощи Карпаси неплохо мансит весь урон, который только можно, и выживает, судя по всему, хотя преследование будет вестись, нет, не думаю, что у него выживет, в итоге он отправится в таверну. В это время Бэтрайдер подцепил и пытается убить Веномансера, но получает слишком много урона, я также на нем умеется, нажимает он телепортацию отсюда, и за счет чего он сможет выжить, но самое главное, также погиб все же Веномансер, дополнительная инициация от шарков не спасла. И что у нас получается? Минус 2 на ровном месте устраивают они. Да, потратили глобал от Сайленсера, потратили лассо, но при всем этом убили, причем в убийствах участвовал и антимаг. У последнего, кстати, появляется Яша. Скоро будет вырисовываться какая-нибудь манта, с которой уже антимаг станет действительно боевой единицей и сможет, если что, просто прыгнуть в воду и убить его, если последний потратит астрал. Ну и форстав, наверное, в том числе. Что, если что, просто да, форстав на СОД и будет все в порядке. Из подсева у WinR пока что ничего толком нету. Вот только Миканцем появился у Веномансера, но не думаю, что это будет прям спасением, если антимаг вгрызется под всеми вышесказанными условиями в ОД. Никс Ассасин, пожалуй, единственное, что может сейчас сделать, это копнуть этого самого антимага. Ну и есть Вару, конечно же, с подхилом и тем же форстафом, а это уже ближе, похоже, на, точнее, ближе к подсеву. Баунти Хантер, интересно, опять же, бегает на территории соперников, видит все, что только можно видеть, и подсвечивает своих оппонентов только в путь. Действует как этакий живой вард при всем этом, не забывая раскидывать еще и, соответственно, треки. Но в это время антимаг просто пытается добрать Рошана и преуспевает в своей достаточно авантюрной затее. Забирает Аегис, забирает Рошана, думаю, сейчас сильно удивлены игроки из команды WinR. Очень хорошо сейчас за Space Creative получается Bounty Hunter, и в целом то же самое наверняка сделал и Silencer. Да, он погиб, но дал возможность сделать вот такое вот небесполезное дело для всей команды антимагов. И определенно, вот тоже очень крутой момент в пользу для игроков из команды Sharks. Определенно, очень они сейчас круто сделали. Теперь антимаг может сплитпушить и не бояться погибнуть в случае чего один раз. И при всем этом не давать соперникам куда-то самим зайти и засплитпушить. Потому что если что, он твера будет подбирать, разбирать точнее, не так же быстро, конечно, как оппоненты. Но при всем этом поджимать он их будет очень исправно. Фармит он, как вы видите, очень хорошо. Нетворс первый на карте с большим отрывом от ОД. Почти, кстати, 4000 он ведет. Да, да, определенно. 4000 это, между прочим, почти целая стоимость манты. Там буквально 1000 не хватает до этого артефакта, а это, знаете ли, дорогого стоит. Ну и тут нашли, кстати, кого-то и подцепили, не могу узнать точно, потому что не заметил перед астралом. Это был Баунти Хантер, последний успевает накинуть треки, пошел еще ультимативно от Сайленсера, также подцепили тут же ОД, последний получает слишком много урона, прячет себя в астрал, тут же антимаг будет грызаться дальше. Начинает грызть он Веномансера, но в это же время голема от Варука невероятно, антимаг все-таки фвайт лопнуть ОД, это уже минус 2 есть, и так что для антимага большие проблемы, антимаг все-таки уходит и должен, наверное, погибнуть, хотя пытается он жить и выживать, но слишком много урона получает и отправляется в таверну. Но при всем это всего лишь на 5 секунд, потому что имеется Аегис. Минус 3 показали только что Шаркс. Хорошая реализация Аегиса. При всем этом пытается поймать все-таки Фантом Ассасин. Последняя достаточно далеко расположена. Бэтрайдер ее не догонит. И Вивер вряд ли тоже ее убьет. Последний пытается с ней как-то подраться. Ультимативно у него, если что, имеется. Хотя Бэтрайдер-то заходит. Есть, пошли стаки. При этом всем еще и стекленопам. Ой, стекленопам. Баночка залетает. Баунти Хантер ее добирает при помощи Тоса. Это получается все-таки 4-й фраг. При всем этом еще и под, соответственно, еще и треками. Единственное, что в минус для Sharks, это сделанный байбек Вивером. И, ну, последний получает достаточно серьезный минус. Но Bounty Hunter забустился невероятно. 1600 голды он получает, лишает соперников огромной кучи этих же самых денег. И очень круто сейчас подрались, в принципе, ребята из Sharks. За счет чего у Bounty Hunter сразу появляются следующие артефакты. Всякие форстафы, аркан буцы. Думаю, в скором времени мы, если что, увидим и какие-нибудь Guardian Graves, а антимаг манта. Между прочим, 22-я минута матча. Антимаг манта, Battle Fury, Владимир. Статы приятные, статы очень крутые, бьется он сейчас достаточно уверенно. Остается добрать что-нибудь еще дополнительное. Ну, например, какой-нибудь башер для того, чтобы фиксировать цель. Можно собрать что-нибудь еще более интересное, например, если не башер, то какую-нибудь бабочку, чтобы, например, не получать урон МКБ, чтобы убивать Фантом Ассасин, чтобы не собрал сейчас антимаг. Это будет, конечно, очень круто смотреться, в любом случае. Потому что преимущество невероятное.
Кстати, Бэтрайдер, я слышу, опять кого-то подцепил, и кто-то оказывается Никс Ассасин, последний подсальник, сам успевает все-таки нажать Карпасиева, за счет чего выживает, при этом всем еще играет форстафом Варук, спасая своего тиммейта. И большие проблемы у Вивера, последний успеет ли уйти, да, успевает уйти, а в это же время Никс Ассасин успевает дать импейл, но в любом случае погибает от Бэтрайдера. Еще пошел один глобал от Сайленсера, последний, правда, отправляется в таверну перед этим самым делом, но антимаг уже прыгнул, антимаг разваливает Варук, слишком много урона получает, еще и опыт его пытается антимаг. Будет ли прыжок дальше, блин, нужно использовать? Нет, даже не будет использовать дальше. Идет на Виномансера, Виномансер получает себя еще и тем временем треки от Баунти Хантера. Баунти Хантер с этого бонус получает, как и антимаг получает в то же время. И идет дальше драка. Может быть, сейчас получится поймать Фантом Ассасин, посвятили треком. А антимаг уже готов, если что, прыгать, получает Астрал от ОД. Кстати, у ОД ровно-то немало интеллекта, 24 единицы. Имеет ли смысл идти дальше? Да, судя по всему, не имеет пока что, решает так игроки из команды Sharks, но в любом случае, размен для них уже положительный. Треки, антимаг делает фраги, 1800 голды для себя, плюс 800 для оппонента. Да, там пофармил немножко ОД, но расстояние только повышается, 7000 сейчас уже ведет относительно ОД антимаг. Нетворс невероятный. Мант имеется, Башен только что появился, и если что, антимаг может прыгать, теперь убивать ОД, если его не будет сейвить. В прошлый раз была проблема в этом, в таком вот врыве, он вроде бы ворвался в ОД, но не получалось добить, последний спрятал себя в астрал, сейчас это уже не получится. Фармит антимаг, вы сами видите, как заведенный. Не останавливается ни на секунду, 227 крипов, 7 убийств, 8 ассистов, счет для этого персонажа нереально крутой. Кстати, тут только что опять подцепили фантомку и убили, нет, вру, Никс Ассасин, убили Никс Ассасина, и еще при этом всем увидели вражеский вижен, но не поторопились его снять, или, да, не поторопились его снять, то есть иллюзиями решили просто его за это самое уничтожить. Вивер здесь, не знаю, правда. Может, потому что Баунти Хантер не хочет показываться, скажем так, то есть, мол, невидимость, все дела. Противник не знает, где я, соответственно, не может ничего предпринять, типа того. Любопытно в таком случае. Ну, ладно, в целом, нормально. Почему бы и нет? Ну да ладно, что ж, 2100 голды имеется у антимага, Башер появился, и скоро, я думаю, появится либо намек на Грейжина и Абисубейт, ой, на Абисубейт, ой, от Эдуарда пошла атака, и еще ультимативная от антимага, можно пытаться его было цеплять дальше, но как-то побоялся антимаг прыгать под Варук, и его в целом можно понять. Не видел никого больше на карте, за счет чего не самый удачный ганг получился. Единственное, что я ему после этой инициации могу поставить в упрек, это то, что не очень быстро нажал на манту, и, может быть, получилось бы чуть побольше выжечь маны, но это такие, ребят, придирки из разряда к чему бы да придраться. При всем этом также прошу отметить, что антимага 20 уровень на 25 минуте, невероятная скорость какая-то набора экспириенса, как и в целом скорость фарма, что-то антимаг показывает здесь запредельно крутое. Кстати, а где здесь не уровень героя, где здесь... ладно... Так, на нижней линии, то я смотрю, под глобом пытается подраться. В это время погибает сразу Никс Ассасин от руки Вивера. Пошли големы от Варвака, но этого может оказаться недостаточно. Здесь сильно поставляется ОД, успевает спрятать себя в астрал, но почти остается он без хитпоинтов. Также может погибнуть и Виномансер. Последний, точнее, Outward Wover выходит оттуда, уже считайте мертвым. Антимаг прыгает дальше, Goldlike и даблкил для него имеется. Никс Ассасин, Виндетти сейчас пытается что-то сделать с антимагом, нажимает он Карпаси. Но антимаг на это не ведется, начинает его разваливать только после этого. Триплкил имеется, Beyond Goldlike в том числе. Отличная игра от игроков из команды Sharks, минус 4 в обмен на никого, считайте. И мне кажется, они только что выиграли эту игру этим вот тимфайтом. Осталось только не ошибаться, и все будет очень круто. Антимаг забустился как-то невероятно, разогнался до не контрящихся, скажем так, величин. И что-то с ним сделать будет невероятно сложно. Потому что там уже в два раза он перефармливает ОД, свыше 11 тысяч нетворса преимущества в этом антимаге. Сконцентрировано это, между прочим, два цельных таких вот артефакта. Abyssal Blade действительно появляется, у антимага остается его только купить. Купить он его сможет, конечно же, только в секретной лапке, приобретая при этом всем Vitality Booster. Tier 3 Tower на middle линии падает очень быстро от действий игроков из команды Sharks. Тут и Вивер имеется с линкой, и антимаг стукает не слабо. И да, там, попыталась что-то сделать фантомка, но тут же пошла неплохая инициация со стороны Бэтрайдера. Последний вынужден отступать как можно дальше, фантомка получает себе очень много урона и вынуждена подхиливаться. Кстати, ультиматирует от Outward Wower, почти добивается.
2, и тем самым Бэтрайдер, оно последнее отступает очень даже круто, и очень мало хитпоинтов остается у игроков из команды Sharks, им нужно что-то сделать. Кстати, здесь прятали только что Сайленсера, и пошли стосики, но тосы эти самые никого не убьют. Антимаг тем временем прыгает, будет ли ультимейт? Ультимейт хоть куда-то прыгает, он в Outward Wire, отправляя его в таверну все-таки, и начинает нести дальше. Вивер в это время отправляет в таверну Никс Ассасина, Фантомка также умирает с его подачи, и пишут ГГЛП игроки с команды WinR. Что я могу сказать? Крайне уверенный антимаг, крайне уверенная победа. Full Fight Team Vibe, все как надо. Антимага не получилось загангать, антимаг слишком шустро разогнался, не помирал, фармил как заведенный, принимал участие в драках. Антимаг моей мечты, как говорится, очень качественное исполнение со стороны игрока из команды Sanguine Sharks. Не хватило чего-то игрокам из команды Win Reborn, не хватило какого-то стартового преимущества, проиграли они сразу, и получается в своей сложной линии, хотелось бы отметить Никс Ассасина, который погиб на 10-й минуте 5 раз, при этом 3 раза он умер от антимага. Чем задал мы дополнительный темп, дал дополнительный уровень, это все могло вылиться в поражение. Также хотелось бы отметить, что у антимага был слишком качественный подбор артефактов, он слишком быстро их себе набирал. Хотя, как я уже говорил, у игроков из команды Win Reborn был очень хороший, скажем так, пик для того, чтобы убивать соло-таргеты. Но антимага загангать было слишком сложно. Последний уходил с блинков почти в любой ситуации, если бы не было какого-нибудь таймингового импейла от Никса. Никс проиграл свою линию, импейлов не было, антимага было невозможно поймать. Там замедление его не контрят, ребят. Контрить его можно только контролем. За счет чего антимаг так и забустился. Вследствие чего хочу выдвинуть следующий момент. Мне кажется, Win Reborn проиграли эту игру не только из-за того, что как-то там не доиграли на линиях и где-то делали ошибки, а еще и просто потому, что противник их аутпикнул. То есть лучше выбрал персонажей под текущую ситуацию. Именно с пиком антимага. Антимаг здесь смотрелся супер круто. Ну что ж, на этом я пока что с вами прощаюсь, ухожу на коротенький, надеюсь, перерыв, увидимся уже после него на второй карте этого же противостояния. Sanguine Sharks либо победят, либо все-таки отыграют в ничью Win Reborn, кто знает. Услышимся через несколько минут. Blade Runner out. Любите красивую доту.